Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую. Меня зовут Ирсен. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Я все читаю. Сегодня по просьбам трудящихся у нас, собственно говоря, очень просили расклад на тему «Мужчина старше, женщина младше». Там просили сделать расклад на четырехугольник, когда оба мужчина и женщина не свободны, но я не буду ограничивать именно, да, что четырехугольник. Угольник у вас просто мужчина старше, женщина младше. Спрашивают часто под каждым видео, есть один такой комментарий, как с вами связаться. Все мои контакты есть под каждым видео. Вот просто под каждым видео все мои контакты. Контакты Фейсбука, Инстаграма, почты мои, пожалуйста, связывайтесь. И если я не отвечаю на вопрос, к примеру, да, как с вами связаться, или там какая была колода сегодня, значит, эти вопросы есть в видео, да, я часто называю название колод, и если вы внимательно слушаете расклад, то вы будете знать, какая колода используется в данном видео. Поэтому такие вопросы, если я сказала название колоды, я под видео отвечать на это не буду. Вот, поэтому вот так вот. Давайте сегодня посмотрим, да, мужчина младше, женщина старше. Посмотрим мы на оракуле любви, да. Тара Луди Лескот. Так, расклад будет общий, позиция одна. Поэтому, если резонирует, смотрите дальше. Если не резонирует, но, к сожалению, не ваш расклад. Ну, либо можете послушать, услышите, может быть, что-нибудь для себя интересное, да. Вот, поэтому давайте для начала, чтобы понять, ваш расклад или нет, вас с каждым разом все больше и больше на канале. Поэтому посмотрим, что у вас на данный момент в отношениях. Буду говорить все возможные варианты, да, чтобы как можно большинству людей подошло, потому что каждая карта, она многогранная, и можно ее по-разному трактовать, поэтому, ну и, собственно говоря, у каждого плюс свои наработки по каждой карте, у каждого таролога. У меня есть несколько карт в колоде, которые вообще далеки от традиционного значения. Они у меня работают именно так. Поэтому, когда мне спрашивают, почему это так, потому что вот так, потому что у меня вот работает эта карта именно так. Давайте посмотрим, что у вас сейчас в отношениях. Что у вас сейчас в отношениях? Ну, жрица, да, вы либо моя жрица здесь сидит, действительно девушка, женщина, которая занимается какими-то тайными знаниями, тайными практиками, может быть, практикующий человек, да, картами Таро занимается и так далее, и тому подобное. Здесь это может быть, да, либо в ваших отношениях были тайны. Ну, здесь, смотрите, здесь мужчина, вот эта карта шута, мне в этой колоде она нравится, да, потому что здесь вот мужчина дует, ну, здесь ребенок, да, вот он дует свою дудочку, вот как, знаете, как этот факир, правильно по-русски называется, по-моему, вот он когда в дудочку дует и завораживает змею, она там танцует или стоит, ничего не делает, вот тут-то так же, то есть здесь мужчина вот дул свою дудочку и завораживал вас, ну, чем он мог завораживать? Своими речами, своим прекрасным отношением каким-нибудь, да, ухаживаниями, заговаривал там вам не зубы, да, ну, просто вообще очень много говорил там того, что не есть на самом деле. И вот как привязывал вас, да, вот как эту... Ну, это курочка, наверное, да. Как курочку вот за лапку вас привязал здесь к себе. То есть его это устраивало. Вы просто посмотрите на его лицо здесь, на лицо этого мальчика. Он далеко не глуп, да. Вы если посмотрите, шут сам по себе, если в другой колоде, и опять-таки традиционное значение карты, да, там это легкость, флирт и так далее и тому подобное. Здесь, ну и такая, да, беспечность. Шут, он беспечный. Вот в этой колоде шут, он не беспечный, он далеко не глуп, да. И вот он дует свою дудочку и привлекает своих вот мышек здесь, чтобы они к нему летели. И чем больше, тем лучше, да, бежали скорее. Вот, поэтому здесь в ваших отношениях вот вы могли не знать, что вы тайная женщина, да, он мог и скрывать это, потому что здесь, говорю, такой манипулятор, да, он при всей своей, он может показывать вид, что он такого недалекого ума человек, да, что такой весь глуповатый, на самом деле человек здесь не глупый, он может прикидываться дураком, но он далеко не простак, да, и манипулятор, и здесь человек умный. Что
что у вас здесь в отношениях? Ну, десятка мечей. Я не вижу здесь отношений. Здесь вы, смотрите, вы здесь можете быть разного вероисповедания, в разных наций, разного социального статуса. Вы здесь можете быть связаны по работе, по финансам. Вот, здесь так карты говорят. Но у вас отношения, вот здесь сейчас вы, вас показали, причем вы, кстати говоря, судьбоносные друг у друга, карта страшного суда, карта суд. Вот, здесь такие, ну, тяжелые отношения сразу, да, могу сказать, потому что, ну, по этой карте редко когда бывают отношения легкие. Вот, собственно говоря, здесь был какой-то выбор. Здесь вы выбирали, здесь может быть по карте Иерофанта кто-то был в официальных отношениях, да, но я не знаю, что у вас было в прошлом, да, мы не смотрим прошлое, там треугольники, четырехугольники, ну, неизвестно, что там у вас было, у каждого своя история в прошлом была. На данный момент десятка мечей, отношений у вас нету, причем закончились болезненно, да, если вы мне тут сейчас напишите в комментариях, что мы просто так расстались и не было никому больно, это не ваш расклад. Десятка мечей подразумевает, когда какой-то тяжелый кризис, там нож в спину, когда больно, да, когда, может быть, не ожидать, да, вот слезы в подушку, тяжелые переживания. Это вот такое расставание было. Поэтому, если вы расстались с легкостью, как мне тут одна женщина написала, вот, это не ваш расклад. Здесь тяжелое расставание было. И сейчас вы у меня в роли королевы Пентакли. Это женщина земная, ей больше не нужны какие-то воздушные замки, да, там журавли в небе, ей там звезд с неба тоже не надо. Эта женщина сейчас, ну, на данный момент, да, вот вы в такой энергии, вы практичная, вы целеустремленная, вы ставите цели и добиваетесь, идете, по крайней мере, к ним, да, вы цените уют и комфорт. Кстати говоря, часто королева Пентакли, знаете, у нее дома уютно, и они хорошо готовят. Ну, или отрицательное качество, это наоборот, да, они такие жуткие неряхи. Вот, может быть и то, да, у каждого есть такое. У меня есть женщина-королева Пентакли, знакомая, которая вот как раз-таки она жуткая неряха. Ну, она говорит, это, ну, она это называет у меня творческий беспорядок. Вот, поэтому здесь у вас отношения были, говорю, здесь кто-то, здесь период тишины. Здесь какой-то, я бы даже, может быть, сказала, такой, ну, может быть, длинный период тишины какой-то, да, больше месяца, потому что вот здесь оплакивание шло, здесь шло какая-то, вот, говорю, период стагнации, вот разрушились, и все, и сейчас тишина. Может быть, уже кто-то там начал движение, ну, иногда всплывает, написывает, да, но это такое вот... Написал, пропал. То есть, либо, может, появился, пропал. То есть, здесь вот такое может быть. Либо вообще полностью такая тишина здесь. Вот. Я говорю, здесь мужчина, у него... немного, мало того, что он младше вас, да, у него вот он где-то вот хочет в эту дудку подудеть, а где-то у него так это криво-косо выходит, и вы думаете иногда, господи, что же он тут делает-то, вот, и у вас отношения, ну, особенно в последнее время, да, вот как хромой с косым здесь были, вот он то приходил, то уходил, то приходил, то, ну, здесь мог, да, кто-то вот, ну, может быть, это вы делали, приходили, уходили, тут, ну, то есть человек приходил, уходил, да, а второй в постоянном ожидании здесь был чего-то, да, чудо, что когда-то все изменится, вот, ну, здесь однозначно были тайны. И по тройке кубков, да, здесь кто-то из вас, ну, если у вас был четырехугольник, да, то вы там по тройке кубков и не могли себе больше ничего позволить, либо просто кто-то из вас здесь не был готов ни к чему серьезному. Вот. Такого праздника какого-то хотелось, да, приятного времяпрепровождения, флирта, вот. Собственно говоря, вот здесь такая ситуация. Ну, если вы были семьей, да, здесь можно сказать, если вы когда-то там были семьей, здесь просто кто-то, ну, решил, что, ну, какая-то рутина надоела, да, я хочу там праздника прожигать жизни, легкости, приятного времяпрепровождения. Не хочу обязанностей, обязательств. Здесь выбор какой-то. Здесь, понимаете, здесь был выбор, и выбор был не сделан. Либо сделан не в вашу сторону, потому что здесь десятка мечей. Не обязательно, да, здесь треугольники. Не знаю, опять-таки, что у вас там было в прошлом, да. Здесь может быть выбор вообще, в принципе, там, вступать в отношения серьезные или нет, да. И просто человек слился, ну, грубо говоря, да. А может, треугольник у вас здесь был. Опять-таки говорю, что у каждого своя история в прошлом. Здесь говорится то, что на данный момент. Так,
это то, что у вас на данный момент. То есть отношений нету. Какая-то тяжелый кризис, тяжелый разрыв. Болезненный очень. Вот. Поэтому, если это ваше, да, смотрим дальше. Если это не ваш расклад, значит, к сожалению, не ваш. Давайте посмотрим, что на данный момент мужчина хочет от вас. Как у меня там записывает? Вот так. Что мужчина хочет от вас? Вот на данный момент, на тот момент, когда женщина будет, да, смотреть этот расклад. Что этот мужчина, которого загадали, хочет от нее? Ну, вы ему очень сильно нравитесь, вы его императрица, да, вот очень женственная, вы грудь ваша очень нравится ему, как вы себя ведете, как вы одеваетесь, да, вот он на вас смотрит и вами любуется, вот внешность, да, вот вашему очень нравится. Здесь не важно, сколько вам лет, насколько вы его старше, да, он считает вас женщиной ухоженной, женщиной с чувством собственного достоинства, да, которая вот может себя преподать. Она, знаете, здесь такая женщина, которая может быть и... На светский раут ее можно отправить куда-нибудь, да, на какое-нибудь благотворительное мероприятие там. И знаете, сходить с ней в бистро в какой-нибудь Макдональдс. Здесь вот вы такая, то есть вы многоликая для него. И он вас, ну, как бы, да, вот так как превозносит, да, как на пьедестал ставит. Здесь вот не стесняется вас, да, и вам ему нравится ваша внешность. Я говорю, ваш ум, да, здесь нравится. Императрица — это женщина умная. Вот, что вы такая вот затейница. Так, что здесь? Ну, здесь дьявол, что он хочет. Ну, вы здесь, видите, сплетены этим дьяволом. Никуда вам от него не деться, да. Он хотел бы там от вас, может быть, отстать, да, цепи эти разорвать, но здесь с вами играется дьявол. Ну, опять-таки, значит, что это? Это, значит, отношения тяжелые, созависимые. Когда и вместе быть не получается, и друг без друга невозможно. И вот это вот туда-сюда, да, непонятно что, и боль, и привязки, и какие-то, да, страдания здесь вот. Как на цепи, знаете, как на цепи друг к другу привязаны. Здесь может быть... Сейчас, секунду. Здесь, может быть, знаете, как вы расстаетесь, сходитесь там, расстаетесь и говорите, да, я больше тебя в жизни увидеть не хочу, и все, и вообще, да, и знать тебя не хочу. Потом проходит время, и как опять скука какая-то, желание узнать, да, опять как в жизни друг друга возникает. И здесь вот так вот. Ну и, собственно говоря, то, да, спрашивали, что он от вас хочет. Ну вот, хочет. Ну и между вами еще химия, страсть. Да, понимать, что случилась башня, что вот у вас отношения разрушились. Он полетел в одну сторону, вы полетели друг к другу, да, в другую сторону. Здесь вот как-то резко все у вас произошло. Что он от вас хочет-то? Здесь какая-то неприятная, здесь либо неприятная ссора, здесь карты почему-то рассказывают о прошлом, да, я спрашиваю, что он хочет, а здесь карты рассказывают, что у вас случилась башня, потому что какая-то неприятная история была. То есть, может, что-то вскрылось, да, что-то тайное стало явным, либо просто вы поссорились, либо что-то вот неприятное произошло. А что он от нее хочет-то? Что он от нее хочет-то? Ну, он о вас мечтает здесь, что он хочет. Возродить отношения он хочет. Чтобы, во-первых, начать все сначала хочет, да, здесь. Во-вторых, он здесь соперничает с вами, да, вы уже, может быть, не соперничаете, а он все в голове там прокручивает, соперничает, что-то вас хочет на лопатки положить. А во-вторых, опять он хочет, чтобы вот вы, знаете, под его дудочку плясали. Шаманские танцы там под дудочку его. Вот как хочет он, да, так, чтобы вы и делали. Там вы, может быть... Никогда этого не делали, да, ему бы вот... Либо какое-то время, да, плясали под его дудочку, а теперь поняли, что как бы и не хочу, и не буду. А ему-то хочется, чтобы обратно все вернулось, да, он об этом мечтает, здесь сидит, планы наполеоновские строит для того, чтобы как-то обратно вас вернуть, да, вот в это отношение, вот вас опять как эту курочку привязать за лапку, да, к своему поясу.
Вот. А, причем здесь он хочет возродить отношения, но прийти через хитрость, да, по семерке мечей. Он просто так не хочет прийти, он хочет через хитрость, через какую-то манипуляцию. Ну, к примеру, там, не очень-то и хотелось, но нам по работе надо там это, да, и начать общение. Либо там как-нибудь, знаете, там, если у вас, к примеру, была семья и были общие дети, он может сказать, там, я там через детей как-то, да. То есть здесь он не напрямую хочет, да, вот прийти и подойти к вам, там, сказать, давай начнем все сначала, давай там... Если он виноват, попросить прощения, тогда здесь нет, здесь не такой персонаж. Здесь я говорю по семерке мечей и вот под свою, под его дудочку плясать. Причем при всем при том, что он в голове вечно с вами соперничает. Постоянно, да, вот что-то хочет себе доказать, что он лучше вас, что он там мастер манипуляций, что там вы неправильно поступили. То есть у него постоянно какое-то внутреннее вот это соперничество сам с собой идет. Что-то вам пытается доказать там. Вам уже, может, это и не надо, да, вы уже про него и забыли, у вас уже своя жизнь, а он что-то все там сидит, это отпустить ситуацию не может. Внутренние монологи прямо у него идут каждый день. Что он еще хочет, ну, кроме того, чтобы опять под вы его дудочку плясали. Что он еще хочет? Он хочет приехать, да, вы опять-таки здесь, вы его любимая женщина, ему нравитесь вы, ему нравится, как вы выглядите, вы внешне ему нравитесь, да. Он хочет приехать к вам, хочет как-то начать общение, он, опять-таки здесь, да, карта обучения, он прям рисует в голове картины, как он к вам приедет здесь. Как прискачет на своей колеснице, вот здесь на своей сломанной тележке поломанной, да, уже тут дряхлая, она уже вон разваливается, а он сидит. То есть здесь уже тележка разваливается, а он все не доехать до вас не может. Ему, он, знаете, что здесь говорит? Мне тяжело, где вот справедливость? Мне это тоже тяжело, она же должна встать тоже в мою позицию, да, понять меня. Меня-то ведь никто не понимает, вот мне же тяжело, а меня никто вот не понимает. Здесь вот он, знаете, такой мужчина, говорю, такой с замашками императора, на самом деле вот... в дудочку только дует, вот. И причем при этом он понимает, что и вы-то хотите справедливости, да, вы на его манипуляции больше вестись не хотите, вы, может быть, раньше-то и велись, а теперь все уже, до свидания, не хочу, да, что надоели мне твои всякие... И он понимает, что ему вот, ему надо как-то, да, работать в направлении того, чтобы вернуть ваши отношения. И он понимает, что, ну, вы другого отношения теперь к себе не будете, да, воспринимать. Вот если он придет с манипуляцией, с ней же и улетит обратно со своей вон каретой, да, дряхлой, разваливающейся. Здесь вот он понимает, что вот только так, только по-честному к вам прийти, да, и только так вы его будете слушать. Но у него вот, ему как, знаете, инстинкт, вот он не может, вот ему, он понимает самое главное это, да, но ему так тяжело, и поэтому легче через манипуляцию. То есть вот, знаете, как-то прийти просто так с вами поговорить спокойно, да, прийти там сказать, да, я был неправ, да, вот, ну, так вот себя вел, да, вот такая вот ситуация была, там, прости, там, я буду меняться, если опять-таки это он виноват, да, я буду меняться, давай попробуем все сначала. Здесь нет, он понимает, но делать так не хочет, что удивительно, да. Что он еще от вас хочет? Ой, боже. Ну, вы для него ресурсная, понимаете? Вы для него ресурсная. Он, во-первых, хочет вас победить, да, он хочет доказать что-то себе, что я вот ее сделал, да, вот она все-таки ко мне вернулась, я ее добился, да. Здесь вот у него такое, он видит вас как женщину ресурсную, он видит вас как такую, знаете, вы все можете сама, вы... такой по жизни вы твердо стоите на ногах, а он как шалтай-болтай. И вот он хочет себе сам доказать, что вот он не только шалтай-болтай, но еще такая женщина рядом с ним, да, вот какой-то фарт такой получил он. Вот. Здесь вот такая ситуация. Но, опять-таки, да, вот он...
Здесь у вас отношения неравноценные, вот он больше в отношениях ваших получал, а вы больше отдавали свои ресурсы, да, там, внимание, заботу, деньги, может быть, вкладывали в него, там, ласку, что-то вот такое, да, может быть, бросали все там, скакали к нему, когда ему это было надо, он там манипулировал, да, здесь вот такое, здесь отношения, вот, один как выше, другой ниже, да, как я говорю, один на коне, а другой где-то вечно под копытами этого коня глотает там пыль. Вот здесь такая ситуация. А вы сейчас молодец. Вот смотрите, вот вы сидите и здесь вот думаете, вот, иди-ка ты, да, вот рукой, иди-ка ты. А нет, не, знаете, подойди-ка ко мне сейчас сюда, подойди-ка, я тебе сейчас покажу, кто из нас здесь сейчас под копытами коня этого будет. Вот давай, подойди ко мне, да. А он сидит, думает, ё-моё, что мне делать теперь? У него здесь позиция обиженного ребенка, понимаете? Он не может вас забыть. Здесь он не может вас забыть, не может эту обиду какую-то отпустить, да? Здесь какая-то ревность, такие очень деструктивные, прям клокочут в эти эмоции у него, обиды выше крыши. Здесь вот я говорю, что вот у него, мало того, что он младше вас, да, бывают люди, которые младше вас, но мудрые такие. Здесь мужчина, мало того, что младше вас, но еще и позиция обиженного ребенка. Вот прошлое он забыть не может. Прям вот его трясет от этого прошлого, от этой тайны, да. Может быть, вот и все от того, что вы ее узнали, да, и он теперь думает, ну как так она взяла и узнала, я же такой мастер маскировки, а тут не получилось. Здесь вот какая-то такая ситуация, да, вот он это прошлое отпустить не может. Ну, вы для него понимаете, вот вы ему нравитесь, королева жезлов. Для него вы такая яркая, огненная, харизматичная, ему нравится с вами интим, да, вот он может даже, кстати, говорить вам, что у него никогда такого интима не было, да, вот, такое у него может быть, ну, у него, говорю, что он сейчас, да, он понимает, что у вас кто-то, здесь такая ситуация произошла неприятная, да, то ли вот у кого-то была семья, то ли вы были семьей, и что теперь делать, он здесь не знает, он хочет возродить отношения, но, знаете, хочет на той ноте. Он стоит, смотрит, да, на вас. Вот он жаждет вас, мечтает о вас, приехать хочет. Но он опять-таки, да, вот здесь произошла какая-то, вот опять-таки говорят, что произошло какое-то расставание у вас, да. Вот, и вот девятка кубов. Вот смотрите, вот он хочет, чтобы вот вы вокруг него тут танцевали, вон тут, да. Пока он тут кубки свои собирает, а вы вот там вот лежите, ждете его. То есть здесь он хочет возродить отношения, но только в том виде, в котором он хочет, да, вот ему хочется, вот, чтобы вы его слушали, чтобы он был как главный в вашем, там, к примеру, доме, да, или в ваших отношениях, чтобы вы шли у него на поводу. То есть он хочет быть главным в отношениях, но, честно говоря, по этим картам, да, вы не обижаетесь, девочки, но здесь немножко не вывозит он, чтобы быть главным в отношениях. Собственно говоря, вы, может, это ему и сказали, а он теперь весь в обидках, как так? Ну, давайте посмотрим, что он о вас думает. А что этот мужчина думает о вас? Ну, хочется ему заботы. Причем самое главное, что интересно, ему хочется, чтобы о нем заботились в первую очередь, а потом он хочет заботиться о вас. Да, очень нацелен на материальный мир. Человек такой, да. Сейчас на данный момент ему звезд неба не надо. Он больше материально, знаете, как это по-русски слово-то, озабочен материальными благами. У него сейчас проблема со здоровьем, он может пойти лечиться, там зубы, я не знаю, там диспансеризацию проходить, может у него там от его постоянных дудений в его дудочку голова болит. То есть здесь вот у него сейчас проблема со здоровьем, он сейчас занимается своим здоровьем. Причем я спрашиваю, что он думает про вас, а здесь он опять вылез он сам. Ну то есть, собственно говоря, да, человек-эгоист в первую очередь думает о себе. Вот. Хочется, здесь, если у него есть дети, он думает о детях. Если у него нет детей, то просто хочется ему здесь внимания, заботы, ласки, какой-то легкости ему хочется. Здесь, опять-таки, карта узы. Вот такое ощущение, что либо вы были семьей, либо у кого-то из вас, да, здесь узы.
ну, в отношениях, да, какая у вас про мысли про вас, ну, обида опять-таки это вылезает, да, вот обида, стена непонимания между вами, что с этим делать, не понимает, сижу вот тут за голову хватаюсь, уже не знаю, что делать. Но вы носите маски, ни вы, ни он не показываете истинного положения вещей, истинного отношения друг к другу, да, играете вот на публику, может быть, и он здесь, ну вот, а вы тоже, может быть, вам больно, а вы это не показываете. Может быть, у вас тоже есть обида, вы ее не отпустили, вы тоже здесь вот не показываете это. Надеется на встречу, да, хочет любовную встречу, собственно говоря, чувства к вам здесь есть. Ну, думает о себе вот. Ну вот я, смотрите, вот, да, здесь, во-первых, между, ну, здесь треугольник, да, во-первых, выходит, а во-вторых, карта служанки. Вот что я говорила, да, что вот он любит, когда вот вы под его дудочку пляшете, вот ему это устраивало его, да, что вы там, может быть, переживали за него чуть что там, да, вот... не дай бог, там Ванюшечка у нас выпьет чай чуть-чуть горячий, надо подуть. Ну, как-то вот, то есть я имею в виду, это образно, да, сказано. Там сейчас будет писать, что меня не, мужчину не Ванюшечка зовут. Понятно, что здесь это все образно было сказано. То есть здесь такое вот, ему не хватает этой заботы. Вот первая карта заботы, да, что вот он бы так вот сел бы, ноги бы на стол бы заворотил бы, а вы вот здесь с подносом вокруг него скакали. Ну, можно тоже голенькой тоже, да, было бы неплохо. Потому что внешность ему ваша тоже не нравится, но он был бы вообще бы очень не против, если бы вы в таком виде к нему пришли. Главное, с подносом, да. Вот. Здесь такая ситуация, что человек, да, использовал какие-то ваши ресурсы, ему это нравилось, а теперь ему как бы плохо без вас, да. И, собственно говоря, карта разницы, ну, во-первых, разница у вас возрастная, да, раз у нас... Наш расклад называется «Мужчина младше, женщина старше». Здесь, в первую очередь, это разница возрастная. Во-вторых, это разница, может быть, географическая. Да, вы, может быть, в разных странах, в разных городах, в разных районах живете, что до вас нужно ехать. Также социальное положение здесь может быть разное. Вероисповедание здесь может быть разное. В общем, все что угодно. Да, опять-таки, вас много, здесь у каждого свое. Вот. Такие вот у него мысли по поводу вас. Ну и, собственно говоря, да, здесь карта треугольник. То есть треугольники, четырехугольники имеют место быть, опять-таки, да, что вы в отношениях не одни. Ну и давайте посмотрим, ну вот десятка случилась, да, мечей. Ну, что дальше-то будет? Вот, будет ли он действовать? Давайте посмотрим на ближайшие 3 месяца. Будет от него действие? От этого мужчины в эту сторону, этой женщины, которая смотрит в расклад, начиная с этого момента, с даты просмотра и на ближайшие 3 месяца, будут от него какие-нибудь действия? Он выбирать здесь будет, слушайте. Он здесь, смотрите, здесь, во-первых, 2 женщины, он так и будет выбирать здесь, 3 мечей вот опять вылезла здесь, да. Он здесь будет пытаться залезть в вашу жизнь, но через шута опять. Опять посмотрите, да, будут ли от него действия, здесь действия будут. Но не ждите, что он придет, будет просить прощения, что он туда падет в ноги там, либо вообще просто, в принципе, как мужчина, да, придет и скажет, вот, ну, был дурак, извини, там, наврал тебе или что-то еще. Здесь не ждите этого. Здесь он будет через манипуляцию опять как-то пытаться вас в эти треугольники, да, в эти тайны какие-то. Сначала здесь все в подвешенном состоянии будет, да. То есть в ближайшее время вообще не вижу никаких действий. Ну, потом придет. Но здесь опять 3 мечей. Поэтому здесь, девочки, аккуратнее, да. Здесь смотрите на его действия, не на его слова. Потому что здесь мужчина, говорю, будет дудеть свою дуделку. Какой вам совет? Какой вам совет? Плывите к новым берегам, девочки, здесь. Здесь выбирайте. Здесь надо вам выбрать, что вы хотите. Но как вариант, да, здесь, ну, 8 кубков, 6 мечей. Уходите. Ну, здесь я не вижу, да, здесь, если у него семья, здесь карты показывают, то у него пока семья и будет, и он здесь в эту дуделку вам дудить так и будет. Ой, я с ней живу только ради детей, уже 25 лет живу, еще столько же проживу, там надо детей, внуков, правнуков, там, я не знаю, рыбок поставить на ноги, да, рыбкам за обучение платить, потом у рыбок еще рыбки какие-нибудь. Ну, в общем,
один есть такой мужчина, да, вот в эту дуделку будет. Если у него, да, если у него семья есть, он тут вам и будет, да. Вот хочет вас привязать к себе. Собственно говоря, у вас здесь, скорее всего, привязки есть. Вот. Ну, у него, кстати говоря, вы можете быть не одна. Вот смотрите, сколько там мышей у него, да, бежит вот под его дудочку, пляшет. Вот. Здесь вы, у него может быть общение не только с вами. Я не имею в виду там, да, интима. Вообще просто, в принципе, он может здесь общаться не только с одной вами. Вот. Поэтому здесь как вам вариант, да, думайте. Но, скорее всего, вот будут... 80% на то, что уходите, потому что здесь ничего не получится. Вот карта, ну, карта высшей силы вам советует, потому что здесь такой вот мужчина. Здесь разочарование, понимаете, вот вы в разочаровании будете, если вы там его послушаете, да, ну, это опять-таки каждый, да, совет, это, совет карты дают для того, чтобы вы прислушались к нему, а поступать, опять-таки, решать только вам, у вас своя голова на плечах, вы все взрослые, умные, да, вы хотите войти в эти отношения, опять можете входить, да, ну, вот то, что вот посоветовали, то я и говорю, что если у человека здесь есть какие-то отношения, то здесь не будет ничего, кроме легкости, поэтому если вы готовы, да, на легкие отношения и дудеть, когда, точнее говоря, здесь, понимаете, если вы готовы быть под его дудку, плясать, здесь может отношение получиться. Но опять-таки, понимаете, здесь вот карта, которая говорит, что вы здесь будете несчастливы, да, вот вы, какое-то постоянное ожидание, хандра, апатия, да, вот посмотрите на нее, она стоит, голова опущена, здесь все у нее, ну, вот никакого настроения, никакого желания нету. Поэтому, если вы хотите, да, вот войти в те же отношения, от которых вы ушли, когда человек-манипулятор вот свою дудку дудит, тут, да, привязал вас к себе, а сам то приходит, то уходит, то, пожалуйста, здесь, если вас это устраивает, то, конечно, это ваше право. В остальных других случаях здесь пока я не вижу, да, карты не говорят о том, что восстанавливаете отношения, что у вас здесь будет все хорошо, я не вижу, я не люблю врать, девочки. Иногда смотришь, там, бывает, мне попадаются расклады, когда вот, ну, они сами, знаете, как всплывают на Ютубе, там видишь такие карты, там, башня, восьмерка мечей, что-то еще, десятка мечей. Говорит, слушайте, у вас все будет хорошо. Знаете, ну я не могу врать. Я здесь не вижу ничего хорошего. Ну, восьмерка кубков, шестерка мечей, пятерка кубков, шут и четверка. Ну, здесь я не могу сказать, что все будет. Я здесь не вижу ничего хорошего. Поэтому, опять-таки, да, ну, делайте выводы. Опять-таки, посмотрите на его поведение. Вот если он придет по шуту, по дураку, сразу говорите ему до свидули. Да, если вы увидите, что человек действительно поменялся, там, что он хочет быть с вами, что никаких больше треугольников нету, либо там к какому-то соглашению вы придете с ним, то, пожалуйста, да, здесь вам никто не говорит, там, ну, вы можете с ним строить отношения, и вполне возможно, что вы будете счастливы. Но опять-таки, да, ну вот если он придет с этой дудочкой своей, ломайте ему дудочку и можете куда-нибудь ему запихнуть ее и отправлять его назад. Вот, потому что вы императрица, да, у вас должно быть чувство собственного, собственного достоинства, вы должны понимать, что вы стоите, вот. Поэтому здесь принимайте решение, да, исходя из того, чего вы хотите. Девочки, всех люблю, всех целую, до новых встреч.